В школу поселка Майский я пришла в 2020 году. Я очень рада, что я попала в эту школу. В школе очень прекрасный коллектив. Отзывчивый, доброжелательный. Встретили очень тепло, дружелюбно. Ну и буквально, ну я не скажу, что с первых дней, это, наверное, будет неправильно, но с первых месяцев, наверное, пребывания здесь я уже почувствовала себя, вот как узнала всех людей, почувствовала себя как дома. Вы знаете, я когда первый раз шла по коридорам, дети вставали со своих мест и здоровались. Для меня это было немножко непривычно. Вот. Дети очень хорошие. Я считаю, что вообще урок физкультуры – это такой самый позитивный предмет, самый веселый, что ли, на котором поднимается настроение у ребят. Поэтому